получить доступ к тендерам. Реальная возможность не только для крупных игроков, но и малого бизнеса. И особенно для компаний, которые занимаются инновациями. Монетный двор Австрии. Ежегодно здесь выпускают 420 миллионов монет. Эта отрасль имеет одну особенность. Здесь ежедневно тратят 4 миллиона литров воды. Несколько месяцев назад компания установила аппарат, который осуществляет ее очистку. Очистка основана на вакуумном испарении. После нее воду можно использовать снова и снова. В этом процессе не задействована химия. Этот пример победы в тендере показал, компаниям, которые ищут альтернативные инновационные решения, легче получить государственный заказ. Тем временем в Федеральном агентстве по закупкам сообщают, что австрийский монетный двор получил в прошлом году премию в сфере инновационных тендеров.